Здравствуйте, дорогие друзья! В этом видео я покажу вам, как можно изменить цвет папок без использования программ, что позволит вам сделать вид этих папок более привлекательным, ну а главное, что вы сможете разделить необходимые папки по цветам, чтобы лучше запоминать их визуально. Например, папку под названием «Рабочая» можно сделать красным цветом, а папку «Фильмы» или «Музыка» – желтым или зеленым. Тут уже все зависит от вашей фантазии. Ну а если вам приходится сталкиваться с большим количеством файлов разных категорий, то вы можете рассортировать их по разным папкам с соответствующим цветом той категории, чтобы сразу понимать, что и где находится. Приступим. Для начала необходимо скачать эти цветные папки. Я заранее их загрузил на Яндекс.Диск, и ссылку я прикрепил под этим видеороликом, то есть ссылку вы сможете найти ниже. После того, как вы перешли по данной ссылке, вы здесь можете увидеть папки различных цветов. Можно скачать все папки сразу или же выбрать необходимый вам цвет. Я же буду скачивать все, нажимая на кнопку «Скачать все». Выбираю путь и нажимаю на кнопку «Сохранить». У меня иконки данных папок скачались архивом, я нажимаю правой клавишей мыши и выбираю «Извлечь файлы». Нажимаю «Ок». И вот они, наши цветные иконки для папок. А теперь давайте покажу вам, как я изменю цвет папки на примере папки, которая называется «Проект». Данная папка у меня рабочая, и поэтому я ее сделаю красной. Давайте пускай она будет красным цветом. Нажимаю на нее правой клавишей мыши, далее нажимаю на кнопку «Свойства», перехожу в раздел «Настройка», и внизу в разделе «Значки папок» нажимаю на кнопку «Сменить значок». Далее я нажимаю на кнопку «Обзор», и нахожу путь, тот путь, куда я сохранил те иконки папок. Перехожу на рабочий стол, вот она, цветные иконки для папки. И выбираю здесь красную папку. И нажимаю на кнопку «Открыть». Далее нажимаю на кнопку «Ок», нажимаю на кнопку «Применить» и также нажимаю на кнопку «Ок». И как вы можете заметить, моя папка сразу стала красным цветом. Также хочу отметить один очень важный момент. При скачивании данных иконок папок, перед их установкой сохраните их в таком месте, чтобы случайно их не удалить. Так как если вы сделаете какие-либо папки цветными, а после этого удалите скачанные файлы, ваши папки вернутся в исходное состояние, то есть будут стандартным цветом. Вы можете сохранить эти файлы куда-нибудь, например, в документы, или же на диск C или на диск D, если он у вас, конечно же, есть. Ну а на этом мое видео подошло к концу. Не забывайте скачивать нашу бесплатную электронную книгу, которая позволит вам сделать свой компьютер в разы быстрее. И также после каждой его перезагрузки он у вас будет возвращаться в идеальное состояние. То есть ему будут не страшны абсолютно любые вирусы и системные сбои, так как после перезагрузки он будет возвращаться в оптимизированное состояние. Также не забывайте подписываться на наш канал и нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о наших новых и интересных видеоуроках. Ведь впереди вас ждет еще много новых интересных, полезных для вас материалов. До новых встреч!